Ребят, всем привет! Сегодня очередная посылочка. Посылка пришла с сайта AliExpress.com, с магазина Edvastor. Здесь находятся умные часы. Умные часы Smartwatch A1. Ссылка будет на магазин в описании. И ссылочка будет на данный товар тоже в описании под видео. Smartwatch A1 был слизан с дизайна Apple Watch. И вот компания Smartwatch предоставила такие вот часики. Как видите, коробочка просто идеальная. Что-то похоже на Xiaomi. Идут сами часики. Вот такие вот с черным ремешком. Как я просил продавца. И USB кабель. Больше ничего. Это получается идет металл, потому что руку холодит сразу же. Ремешок сделан из силикона или может тонкая резина, но ремешок тоже приятный на ощупь. Задняя крышка должна сниматься, так как сюда устанавливается сим-карта, устанавливается флешка. Сейчас посмотрим, как можно снять данную заднюю крышечку. Он, получается, идет на 380 мАч, 3,7 вольта. Потом мы здесь еще получаем вот слот под флешечку и слот под сим-карту. Заработали. Только что была вибрация. Написано «Smartwatch играет музыка», как слышите. Вот меню. Меню, как видите, работает очень плавно, очень шустро. Есть камера. Давайте посмотрим, потому что вот внизу установлена вот такая вот, как бы видите, камера. Камера здесь стоит 0,3 мегапикселя, но все же она здесь есть. Вот, ребята, я запустил данную камеру. Вот так вот камера записывает. Она здесь только умеет фотографировать, то есть качество, как видите, 0,3 мегапикселя здесь есть. Но думаю, что камера беспонтовая. Чтобы зайти обратно в меню, нажимаем раз на такую вот клавишу. И оно как бы в нас забрасывает сразу же в меню. Сейчас давайте поставим русский язык, потому что здесь стоит английский язык. А настройки здесь... Так, вот настроечки. Как видите. Чтобы нам попасть в... Этот телефон... Вот, language. И ставим русский. Если, конечно, он здесь есть. Надеюсь, что есть здесь русский. И вот, русский язык. Окей, все, готово, написано. Все, ребята, обзор, данные часики будут. Нужно просто будет мне их проюзать, посмотреть, как они себя поведут в работе, и что у них есть, и чего нет. Все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сегодня была распаковочка Smartwatch A1. Всем удачи, хорошего настроения, пока.